Не вышло из меня сильной женщины. Они все мертвы. Любовь убивает. Любовь. Что я мог сделать? Прошлое как провал. Сколько ни беги от него, бездна за спиной будет только глубже. Все страшней, все ближе. Выход один. Заглянуть туда. Мы на месте! Повторяю, мы на месте! Словно заглянуть в собственную могилу. Проверить местность! Не стрелять! Словно поцеловать дуло пистолета, где пуля дрожит от желания снести тебе голову. Мы его теряем. Множественные огнестрельные ранения. Зрачки расширены. Травма головы как минимум. Он в шоке. Две больших капельницы и в реанимацию. Быстро! Не реагирует. На нем вообще живого места нет. Мы его теряем. Сегодня я очнулся в больнице и подумал, что хуже быть уже не может. Потом открыл глаза и все вспомнил. Она была мертва. Боль. Мое преступление зияло за спиной черной бездной. Прочь. Бежать. Бежать как можно дальше. Мир рушился, и я бредил. Прочь оттуда. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? У меня в голове было пусто. Дырка от пули вместо всех ответов. Возможно, я не хотел ничего знать. Я хотел разбить себе череп и вырвать оттуда боль.
Это доктор Магдалана, неотложка. Освободи реку Ибу, которую я резервировала, сотрудница которой мы ждали кончалась по дороге. Ее везут в морг. Полиция Нью-Йорка. Не с места. Нашел его. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Назад, Пейн. Уинтерсон. Никуда ты отсюда не уйдешь. Что случилось? Это твоих рук дело. Отдел внутренних расследований дышит мне в затылок. Это ты? Ты убил ее? Нет, я не могу. Твою мать! Это моя вина. От прошлого не убежишь. Будешь только бегать по кругу. Пока не упадешь в ту самую пропасть, из которой пытался выбраться, только на этот раз она будет еще глубже. Я пытался убежать от прошлого, перечеркнуть его. Уинтерсон была мертва, а я стал убийцей. Нет, неправильно. Началось все до больницы. Тогда роковой шаг уже был сделан, мосты сожжены, и дальше было только хуже. Вспоминать точно собирать разбитое зеркало. Осколки режут руки, отражение дробится. Сам меняешься. Так можно сойти с ума.
или обрести свободу. Вы там! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Вспоминаешь какой-нибудь пустяк. Не пошел сразу домой, заболтался с коллегой и видишь, что это, оказывается, был выбор. Оцепить здание! Перекрыть все выходы! Целуя ее, я думаю, как жесток закон причинности. И где подкрепление? Звони в центральную. Всех, кого можно, сейчас же сюда. Мне страшно. Но я снова с самого начала прослеживаю свой путь к месту преступления. Я жаждал понести наказание. Но Альфред Уоден сдержал слово. Смешно сказать, его трудами я вышел из бойни без потерь. Даже героям. Благодарить было тошно. Я бросил отдел по борьбе с наркотиками. Вернулся на прежнюю работу, в нью-йоркскую полицию. Сообщение о стрельбе на складе. Подтвердите. Принято, еду. Вас поняла. Детектива из отдела убийств туда не звали. Но адрес был знакомый. Хозяин склада Владимир Лем. С этим представителем преступного мира мы были давно знакомы. Словно братья по разные стороны баррикад. Так он однажды сказал. Дайте подкрепление. Оставьте. Они вооружены и, возможно, есть заложники. Вас нужно. Подкрепление начинаю. Я иду внутрь. В прошлом я ничего сделать не мог, поэтому просто следил за дорогой, не глядя в зеркало заднего вида на жертв. Я решал мелкие проблемы, расследовал преступления других людей. Отчаявшийся полицейский вне закона брел, куда глаза глядят. Его подставили, обвинив в убийстве собственной жены. Жажда мести привела его в городскую плаку, в сердце преступного мира. Дождь лил, как будто все ангелы небесные решили одновременно помочиться. В моем положении приходится думать только метафорами. Они убили любовь всей моей жизни. Они за это заплатят. Полиция! Эй, полегче, полегче. Я тут просто убираюсь. Все по закону, честное слово. Я работаю на фирму «Чистка до блеска». Ты не слышал сейчас ничего подозрительного? Вроде нет. А, стойте! Вы имеете в виду сверху, из оружейной мастерской? Отведи меня туда. Живо. Конечно, если вы так этого хотите. Знаете, клевая у вас копов работа. Все, что от вас надо, прибыть на место преступления, немного осмотреться, убирать всю грязь, мозги, кишки и дерьмо приходится нам. Я детектив. А, тогда вы понимаете, о чем я. Вам достается всеобщее уважение, а нам что? Точно. О, да,
вы понимаете, о чем я. После вас, детектив. А, детектив, вот кое-что для вас. Надо было обыскать меня. Преступники переоделись в уборщиков. Похоже на оружейный склад, только обчищенный. На автоответчике было сообщение. Энни, я не могу подойти, так как собираю разные убийственные штучки. Оставьте сообщение после сигнала. У вас одно новое сообщение. Энни, душка, это Влад. Быть оружием в твоих нежных руках – все, о чем может мечтать мужчина. Извини, я не смог прийти, как обещал, возникли проблемы. Не волнуйся, но следи, чтобы никто к тебе не забрался. Если с тобой что-нибудь случится, хоть что-нибудь, только свистни. И я буду у тебя. У вас нет новых сообщений. Хватит трепаться, кончай с ней. Эй, на нас же напала эта шпана. Вы их перебили. У меня нет к вам претензий. Слушайте, я работаю на Владимира. Ни на кого ты, крошка, не работаешь. Что вам нужно? Мы можем... Полиция, бросить оружие! Пришей ее! О, нет! Как и все плохие события в моей жизни, это началось со смерти женщины. И я не мог ее спасти. За ним, не дай ему уйти! Thank you.
Ну давай, давай! Наконец-то. Эй! Мона? Макс, нам пора перестать встречаться таким образом. Мона! Если ты думаешь, что тебе ничто не грозит, это просто самообман. В лучшем случае ты просто умер. Молния может оживить тебя без предупреждения. Подкрепление прибыло, но уборщики уже удирали со всех ног.